Так ты же не в доме, что ты мне кидаешь подсказки через окно, блядь? Я же тупой, блядь. Не слышу, как стекла бьются, тоже мне шутник. Блин! Я треть! Ола, амигасы, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Агиман, с вами Такс и с вами Дед. И добро пожаловать, сегодня прятки в CS2 или же маньяк в CS2. Здорово, всем привет! Гонсер. Всем привет, ребята! Сегодня нас ждет зимняя карта, будет весело, будет роллинг, приятного просмотра, не забывай про подписку на канал, мы начинаем, поехали! Let's go! Погнали! Let's go! Что мне свернуло игру, блядь, ты что кинул? Он тебе сворачивает, он как раз и кинул новый вид флешки, на игру сворачивает. Че он чем занимается? Я, короче, сразу знаю, где он. Где я? Не знаю. Знаешь, что я не знаю. Хорошо, это красиво. Леха, иди снова к фургону, на улицу выйди. Выйди к белой газели, назад беги, к белой газели. Да, вот налево поворачивай, выходи, нет, налево поворачивай, беги к маршрутке. Леха, ты мы, как мы тебя должны троллить, если мы тебя не видим? Там белая маршрутка стоит, газелька такая, вот назад беги и увидишь ее. Ну? Леха. Ну? Привет, Леха. Это ты. Это я. Ну дергаешь, что не ты, это напарник твой где-то сидит на потолке. Это тепло офигительный. Да, это его друг такой, знаешь. Леха, иди снова к спринтеру. Леха, можно подойди к фургону белому снова? А что все двери открываются? Кто это делает? Это баг, ты, видимо, дверь открываешь, и все двери разом открываются. А, это баг? Да. А я думал, это вы. Нет, это не мы. Мы не баг. Мы говорили, под лестницей катанычка, надо нажать, надо, чтобы карта зарубить. Не нажимай, карта сломается. Да. Не надо, тогда кстати. Давайте власти. Подожди, не порти, это мой бэкстейдж. Это мой байк, Роликс. Подойди к белому спринтеру. Ну вот, я подошел. Опа, Агиман. Блядь! Куда? Что? Я не помогу. Как же не вовремя ты мне не поможешь, а? Что с лицом? Да, блин, там запрыгнуть нельзя было. Агиман, это фиаско. А куда бежим? Нормально, оба! Беги, я тебе... Слышишь? Оба! Беги, как надо. Беги, я делай как надо. Я не знаю, куда бежать. Вот здесь. Захожу. Беги прямо. Сука! Хорош! Тимплей. Я живой! Блин, я бегу, надеюсь на твою помощь, ты говоришь, а чё, я отходил, я в офиге. Да сука! У меня 10 хп, он говорит, это миллиметр до убийства, я уже вижу. Свет в конце тоннеля, и тут появляется прекрасная морда тролля. У каждого смотрящего сейчас вспотела жопа, а у некоторых захотели срать. Ставь лайк, если захотел срать после такой беготни. Леха, иди к фургону снова. Да бля. Дед, тут у тебя нормально все? Ты там же сидишь, где-нибудь тебя оставили? Деда оставили, он просто сидит на кнопку нажимает. Да. Он, блядь, как это. У него офигенная кухня. Сломанка, что ли, из этого, из Breaking Bad? На коляске. Беги к фургону. Ты же кнопку нажимаешь. Не туда пошел, Леха, к фургончику беги. Давай, иди к фургону, ты тебе сказали же, пожалуйста. Ну ты уже рано, блядь. Пожалуйста, очки подойди к фургону. Я тебя умоляю. Он не отстанет от тебя, пока ты не подойдешь к фургону. Да он подошел, уже не выкупает ничего. Дед, снимаешь ролик? Дед уже уснул, блядь, так, понимаешь, насколько он не снимает ролик. И я не снимаю ролик, то есть Квантум снимает ролик. Это твой главный герой, за ты должен бегать. Как? Не порть детям ролик. Не порть ролик детям! А как? Где? Ты это сделал? Так, Квантумец, если что, ты знаешь, куда бежать. Окей. Ты смотри поаккуратнее. Вообще, он рассекретил все мои нычки. А дед сидит там же, прикинь, его не нашли. Я просто уже думаю, буду искать. Опа, Квантумец, беги. Куда бежать? Да это мне. Не-не-не, все нормально. А, понял. Ну что это за... Блядь! Стоп, полёте! Какого я в окно уже дохлым вылетел? Какого фига? Ну а сейчас мы поднимем новый дроп для CS2, конечно же, на форс-дропе. Здесь присутствует огромное количество кейсов, они регулярно обновляются, также постоянно появляются новые ивенты. Из недавних это чрек-ивент, где, открывая кейсы, мы получаем пропуск к карточкам, которые дают нам дополнительные бонусы. Также имеются бесплатные кейсы для новых пользователей, апгрейды, сражения и контракты. Ну а мы продолжим сегодня открывать, конечно же, ивент чрек. Давай начнем с КТ в сапогах. Откроем сразу 10 кейсов КТ в сапогах за 490 и посмотрим, чем нас порадует КТ. Один окуп залетел сюда, смотри. 1, 2, 3, 4, 5. На пятый кейс был окуп. Смотри-ка, 707 мы получили, нормально. Но это нас не интересует, продаем.
Идем дальше. Давай откроем гига-чарминг и потом пойдем на Dragon Love. Или давай сразу 10 штук на 9900. Это будет реально круто. Так мы еще жестко не открывали. Поехали. Гига-чарминг. 10 штук. 9900. Да, это окуп. Это удивительные события, потому что скины, которые стоили буквально 100-200 рублей, теперь стоят дорого. Бесплатный скин до 110. Забираем награду. 10 бонусов. Забираем награду. Плюс 10 бонусов. Кстати, у нас есть бонусные открытия. И мы можем открыть, получается, один бесплатный кейс на 1000 бонусов. Вообще, мы можем 5 открыть, но я не хочу тратить все. И поэтому открываем за 1000 бонусов один кейс и смотрим, чем он нас порадует. И... 476, нормально. Нет, сегодня абсолютный окуп. Приятно как никогда. Это Force Drop, ссылки на проект оставлю в описании. Также в описании будет промокод. Активируется он при пополнении баланса. Вот в этом разделе. Ссылки и промо в описании. Помни, главное вовремя остановиться. Продолжаем ролик. О, это что сейчас за скам? Это скам, соблюдай, это не чиназес вообще ни хрена. Это скам. Не понял. На Смерть! Ты чё, Диман? Это кто был? Да я ж не знал, куда на телепортировать. Ты прям влез, застрял, ты вошел в маньяка. Иваныч, как ты так, а, брат? Я не знаю вообще, я ж не знал, куда Вити. Вот если бы я знал, куда... Нет, выйди на улицу. Такс, у тебя... Такс, это... Скажу, у меня скайф. Так, вышел на улицу, глянул на крыльцо, на месте яичка, а кванту монету иди. Выходи на улицу, вот помнишь, по рампе ты поднимался, снова туда же иди. Всё, понял, Лёха. Вот, да, спускайся в... Вот в котлован спускайся, да. И куда еще? Нет у тебя ни хрена. Бл-бл-бл-бл. Это не чиназес, Квантус. Дед. О, вот, смотри, вот она, вот она. Режь ее. Смотри, дымов накидал, гряду кидали, вообще жесть, опять его разжег. Он вышел и дым за ним вытянулся, прикольно. Это просто, это просто скам. Дед, снова иди в подвал, в гараж. Опять чиназес. Да, в гараж, войди снова. Зашел. Посмотри внимательно на стенку в гараже. Сволочь, смотри, опять меня тут досило. Вон, голове, вон, вон. Режь его. Я в шоке, блядь. Это пипец, блядь. Просто тупо угар. Ага. Это подожди где-то, подожди. Опа. Блядь, опять заскамил. Я в шоке, блядь, ну реально. Тогда. Видишь, там стоит белый фургончик. Так, а где ты сидишь, блин? Что видишь все прекрасно? А, вот он опять. Смотри, сейчас опять дебы кинет, потом гряду кинет. Блядь, смотри, что делает. Куда он убежал? Да я ж прям слышу, вот сюда куда-то убежал. А ну стоять, а ну. Ну, может быть, по фургончику подойди. Ладно, давай, зашел в этот самый, на стенку глянул, в правый угол, никого нету, вышел на улицу. Фургончику, оп, стоит опять. Режь его на ремни, я тебя нарежу сейчас, я тебя реально нарежу. Смотри, вот куда он побежал вот опять? Бля, я допер, сейчас тебе будет жесть. Братишка, я тебя сейчас порежу, реально. Да? Угу. Ну снова иди тогда. Не понял. Это кто меня сейчас убил? А что случилось с ним? А кто меня сейчас убил? Что произошло? Дед, нажми и дай выдать КП. Он сдох просто, он обиделся. Троллить меня будешь, засранец. Конечно, обижаешь. Все понятно с тобой, ладно. Подсказка у тебя, взрывушка. Так, я на втором. Ну смотри, дверь. Слышал? Так, подожди. Это сейчас. Тебе подсказочка. Ну-ка еще раз. Залез в шкаф, а в шкафу никого нет. Ты не дверь в шкафу открылась. Был? Нет. Сука. А я думал. Я думал, ты в шкафу. На, ну, все так ныне. Просто. Тролль, бля. Я же знаю, что ты был в нычке в шкафу. Я думаю, что полезу. Нет, конечно. По дивану ты, блин, ноги снимай. Ой, обувь снимай с ног. По дивану лазишь. Какого хуя ты меня так видишь? Ты что, угораешь? Телек порезал плазму. Не твоя, что ли? Не твоя, да. Просто, понимаешь, то, куда нужно зайти, ты не заходишь. Ой-ой-ой, Quantum Games. Да, что такое? Вы что-то, по-моему, немножко на сыпучах, нет? Нет, более чем стабильно и приятно все. Ну-ка, блин, пацаны, у вас вообще у обоих нычки плюс-минус одинаковые. Ну, у меня простая максимально. Но я проверяю стратегию кое-какую. Говножуй, блядь. А, Диман. Что? Подсказка. Ах ты говножуй, блядь. Еще не жевал, тебе оставил. Ой, бля, пацаны, бля. Опа, полетели. Чиназес. Только хардкор. А что, говножуй, это не кринж, это чиназес, что ли? Это не чиназес. Он ходит пешком по карте, аккуратней будьте. Пешком, а что, на самокате? Ну, на шифте. А,
Так ты же не в доме, что ты мне кидаешь подсказки через окно, блядь. Я же тупой, блядь. Не слышу, как стекла бьются, тоже мне шутник. Блин! Я треть! Да ну нафиг! Вот это контакт произошел. Бля, вот это мне сейчас не понравилось. Что именно? Потому что я думал, ты прямо побежишь, понял? Ага, я не побежал прямо, да? Получается, ну, обманул жестоко и подло. Это было жестко, Гиман. Это было вообще с твоей стороны. Я сам, когда тебя увидел. И ты еще ничего такого увидел, стоишь на месте, и я тебя вижу. Это просто вообще... Что у тебя там, Леха? Я просидел 7 минут на одной точке. Пора менять место! Ты бы граффити дал, я бы помог. О, полез, полез, лови. Это тебе. А, Гиман, я вижу поле хоккейное. Я Гимана даже видел. Да я его не раз вообще видел. А, Гиман, я на паркуре, короче. Да тебя крыса, блядь, прошел паркур и такой, ой, а я на паркуре, да-да. Извини, Даня, спалил, блядь, тему вообще, извини, реально, теперь не пойдет, извини, пожалуйста. Ладно, ладно, все, это может быть нечестно. Думаю, я, говорит, паркур прошел, на первом надо этаже. Надо было сразу поквать место, сейчас того, чтобы сказать. Он залез на первый этаж, аккуратней. Спасибо, Леха. Я прошел паркура, Гиман. Я блядь, в доме. А, Гимаш, слушай подсказку. Блять. Я думал, сейчас будет перехват на самом-то деле, но его не произошло, что меня сильно порадовало, кстати. А я еще могу делать свой любимый дел? Это мне нравится. Они просто гуляют. Ну и ладно, гулять я все равно 19 секунд осталось. Ну, пока что можно сказать, гуляет о тебе. Я считаю, надо Гимаду еще немножко помочь. Килл в консоль прописать? А, не, я думал убьюсь, а я не убился, с крыши прыгнул. Где-то осуждаю. Он решил замучить скукой. Это не выход. Я выхожу, ой, я вышел. Еман, я родился. Это ж, Лунтик. Ужас. Лунтик, это ты? Это я, Лунтик. Лунтик. Ой, блядь. Смурфик. Ты дурак, дед, что за фигня была? Лунтик. Да, дед, родился. Квантумец, граффити слышишь? Слушаешь, да. Граффити? Это где? Это в доме вообще было? Нет, а я тебя вижу. А я тебя нет, и меня это смущает. Ты здесь? Нет тебя здесь. Вижу. Ты сейчас вокруг будки ходишь, ножом и режешь. Что ты затаился? Что это тут? Что ты затаился? Тебе в лицо что-то кинули, потом убежали. Куда ты свалил? Нашел! Нашел вкусняшку! Помогите! Убивают! Иди сюда, копай! И что ты? Лови подсказку. Блядь! Стой! Да, блядь! Да стой, Вася! Иди! Лёх, лови подсказку. Поймал, Лёх, подсказку? Поймал, это я был подсказкой. Да, да, да. И чё ты в эту будку собачью лезешь? Подсказчик, где ты граффити оставил? Это здесь это было. Ну, сейчас я хочу ставлю. Слушай. Давай. Да, где? Ты дурак? 4 минуты, а Гиман все еще жив. И оставляет граффити вот из этой сетки. И вижу, как ты озираешься. Вот ты залез опять в красный этот подарочек. Прыгаешь на него. Я не озираюсь, залез. Я в офиге. Залез опять на красный подарочек. Что за банальная нычка тупая какая-то? Опять вот на красный, на спортивную площадку. А что ты видишь вокруг себя? Все то же самое, что и ты в целом. Ну вот, то есть это все я вижу. Как туда взлетел, блядь, читер ебаный? Это что за ноу-клипы начались? Ты охуел? Меня засосало туда. Брюн! Берун! О, это имя, Берун. Мне просто интересно, когда ты меня найдешь сначала. А то есть я тебя найду, мне еще достать тебя потом придется. Да. Серьезно? Да. Давай не будем тебе тянуть время, скажи сразу, где ты. Хорошо, подойди к площадке. Готов? А ну еще раз иди туда. Да ну нафиг, просто хренов ты баллон, просто. И как туда залезть? ТП. Это в доме? Телепорт из дома. Давай, 2 минуты на поиски. Как раз первый этаж. Подсказка сразу тебе дам. А ты не убегай только. У тебя есть коридор, комната, получается. 3, там 4 комнаты. Да, коридор, это 4 комнаты, по-моему. Но это вязко, блин. Я не хочу так тупо умирать. 1.5 минуты. Я уже не туда зашел. Я уже хотя бы знаю, куда не нужно заходить. Это хорошо. Давай я тебе исключу зеленую, да, исключаю камин и сопряженную с комнату камином. А что остается? Здесь больше ничего и нет-то тогда. У тебя остается 2 комнаты. Трындат мне уже просто взял и в рот положил, короче, подсказку. Да, да, да. Я тебе сузил круг очень сильно. Привет.
Давай, бей. Ты готов, Агиман? Садись. Да, я готов. Отвернись. Бей отвернись. Меня. Бей меня, господи. Отвернись. Можно сядь, меня сядь. Найти смерть. Что? Это твоя победа, Агиман. Спасибо. Леха вышел, но не вышел, да, я так понимаю? Или он вышел и топчет молча? Молча. Леха. Иду. Так. Ух ты, бля. Леша, не выходи. Что за херня произошла? Все, встала, дед. Да это бред какой-то. Не-не, Леха, это фигня все. Все, ладно, ищи. Фига, Леха залетел за диван с двух ног. Офигеть, что я чуть это, не бля? Спалился. Прикинь, меня выкинуло. Это ныкуха. Жесткая ныкуха. Так, а давай-ка я сделаю так. Ты что, Леха, ничего серфер, себе, Майкл Джексон полетел. А ну-ка, давай еще, летай, летай, моя курочка. Вы его куда летать отправляете-то? Как он, как Майкл Джексон летает. Леха, я тебе графики оставил. А что, где Леха? Возле Квантуса где-то. Ха! Еба! Да ну нафиг! Да блин, что за хрень? Готовьтесь, иду резать у вас. Он сейчас выйдет. Три, это... два, раз, вышел маньяк. Так, тихо. Дед, посмотри в окошко, дед. Сюда, выгляни. Вот тебе в окошко. Во, слепу кинул, смотри, гряду кинул. Вон он, режь его, вот он. Не уйдешь. Блёшь, не уйдешь, смотри, у тебя все, не уйдешь. Не уйдешь. Надо деду флешку кинуть. Так, а... Так, кто там на улице убежал? Я скабят, в десятером скабят. Вот тут только что кто-то пробежал, я ж видел. Бля, не могу понять, где он прыгает. Сейчас же когда прыгал, фурон немедленно. Белым подойдет, пацаны, скажите. А, он в дом зашел, окей. О, вот ты где был. А, вот так ты меня скамил. Как? Ах ты негодяйский негодяй, не расскажу. Давай проверим, давай узнаю я или нет. Давай, подошел, чиназес. Все, давай, ну пойдем. Сейчас разберемся. А ну пойдем, оп. Полился, да, Данечка, а? А куда ты делся? Ну я увидел, что ты сюда нырнул. Блин, елки-палки, так это. Вот же он сюда нырнул, вот. Вот он! Все, вот он, решил! Ряж на ремни! Как ты сальтанул? Как ты так, блядь? Ультанул! Боже! А, вот она! Вот она! Ой-ой-ой! Что я нашел? Что ты нашел? Рот, паркур. Я паркур пытаюсь. Второй этаж, дедушка. Да я на втором этаже вообще-то. Надеюсь, я не на втором, а я на втором. Ой, блядь. О, смерть! Тут еще куда сложно, ты побежал? Сложно почему-то. Это кто побежал только что от меня? Смотри, что делать. Лянь, скажи, знает, что я сюда не смогу залезть. Потому что у меня возраст, и знает, что не залезу. Колени болят, радикулит. Спина скрипит. Нет. Куда ты убежал, Чиназас? Это не Чиназас, ни хрена. Назад вернись. Ты здесь. Вернись, говорю, немедленно. А чё эти два гаврика сидят, молчат? А я на паркуре, дед. Я тебя жду, пока ты появишься у меня в комнате. У меня такая стратегия, пожить. Он вот он тут бегает. Вон он бегает. Ну, блин, как же... Не, ну кто-то меня сейчас скамит, вот реально. Тихо. О, так я вас вижу, квантумец. Я тебе флешку где сейчас заткну. Фонта? Вон он. Понял. Ох ты, смотри, что делает! Вот он этот паркур. А как? А. Ну на него и все, и прыг. Ты где? Я на фонтане. Подсказка, лучше используй катающиеся объекты. Они хорошо сокращают, и по ним проще прыгать. Они ну понимаю. Я деду, бомбардировка. Так, вот я, значит, возле бассейна, где-то так фонтан. А, он вы вот на тут телепортнули, что ли? А, вон стоит, смотри, чувак, да, ты кто? Да, вот, это я такая гнида, смотри. Охренеть. Пацаны, когда вы кидаете, это больно. А как отсюда все, вылезти ты теперь? Ты видишь меня, что... А, ты меня видишь. Конечно, я что-то рядом с тобой. А, так я прошел, получается, паркур? Да. Дед, смотри, я дам подсказку. Дед, иди к футбольному полю. Нет, иди к хоккейному полю. Хорошо, вот фонтанчик. Вот. Ну вот, да, вот на него запрыгивай. Прыгай на пику, на точеную. И прыг. Привет, дед, теперь ты у нас, мы здесь, смотри. Так, Чиназас. Чиназас, ну это не моя тема, это агимановская тема. Я по этой теме, ну, это вообще жесть. Я пошел, я все, я вышел. Я в доме, я на втором этаже. А кто-то топает по дому-то громко. Выходи! Выходи! О, смерть! Агимана завалили! А я телепортнулся, и он как раз топает по дому, я в комнате в этой. Я думаю, может тут нычка есть какая-то. Дед, зайди, дед, назад. Еще назад, вот сюда, беги. Ай. На нахуй.
Я ж не смогу отсюда, вот это ж все. Он знает, что я отсюда не вылезу, все. И еще и убежал. Ты же знаешь, что я все равно не смогу, мне не получится тут вылезти. Леха я тупо встаю, вообще да. Сидел. Ой, тут так, нельзя сесть. Где, режь его! Режь! Что? Я застрял в клубе! А ничья, мы выиграли. А нет, ты за Лехи мы выиграли, я в конце сдох. Ой, я вышел. Я слышал подсказочек. Смерч. Смерч. Смерть. Леха, у тебя какая-то нычка бракованная, если честно. Это было где-то здесь. Он, короче, думает, что я в кустах, короче, сидит. Сижу. Прикиньте, пацаны. О, бо... Леха, хочешь прикол? Есть твои нычки. Вывалился случайно. Ну бывает. Что все что-то тупое, что-то происходит. Квантум в комнату зашел. Квантум в нычку зашел. Он просто тупо зашел. Квантум вышел из нычки. Охренеть, ты просто логи этого сервера. Давай, тролли его. Не, это Лехина нычка, если что. Это гениально. Я реально, я бы ее не нашел в жизни. Леха, не молчи, давай. Нет, я бы, может быть, нашел бы ее, но в этот раз что-то жду, не получилось с ней фартануть. Ой, блядь, ты что, дерешься, дурак, что ли? И залезь сюда. Ну, тебе я все расскажи. Хорошо. Затроллил лавку. На тебе в голову, блядь. Ой, блядь. А чё ты так медленно бежал? Только смерть разлучит. А, ты на шерфи уходил? Ты так медленно бегаешь, как будто, блин, ты во сне от меня убегал, как будто бы. Да, я думал, мне хватит времени потайвит. Это он просто поддался тебе, чтобы ты не расстроился, он специально. Это за прошлый раунд, ответочка залетела, спасибо, понял? Понял. Что? А? О! Дед в телепорте? Так, это же последний раунд будет, Пантемец. А что это за тело вот это? Что это за... Это как точно же? Будет. Спасибо будет за подсказку, Агиман. Смерть. Бля, Квантумец, ты бы знал, какие здесь нычки, я того рот. Серьезно? Мы боты, да. Я уже понял, что это последний раунд. Тут что из-за. Алексей, граффити оставишь? Я просто гуляю на улице, если что. Зачем? Тут холодно, ты заболеешь, дурной шапку надень. Я могу домой зайти. Мамка наругает, заходи домой. Вот ты скорее. Знаешь историю про Олю, которая тоже по улице гуляла, потом спид подхватила. Понял? Оля любит, я ножом спит. Он ее сосед. Спит, Оля, с кем попала? А про спит, Оля, не слыхала. Да дед, блин! Это Агиман все, это он не сказал эту песню петь. Да какой Агиман, куда шуршал, я не слышал даже. Так, а тут что за нычки у нас? Здравствуйте. О! А он не увидел! Если ты не сказал здравствуйте, он бы тебя не зарезал бы, Леха, ты спалил! Это фиаско, братан. Ребят, ну что ж, на этом все. Это были прятки в CS2. Как вам серия, пишите в комментариях. Не забывайте про подписки на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока. До скорого. Пока-пока. Респектович всем!